Kevin i też tak, że King Ragnarion popularny. Zdrosiecie! Дамы и господа, приветствуем подруг невесты. Сейчас вы нам за все ответите. А что мы сделали? И вы еще спрашиваете? Нахалы. А я сейчас проясню ситуацию. Вчера мы так славно гуляли девишни, на ВП собрались. Пришли в проклятое аббатство, встретили падшего епископа, начали пить. И пришли вы, толпа неотесанных, пьяных мужиков. Вы бессовестно убили нашего монстра. Ну, извините, дамы, мы были, так сказать, не способны адекватно воспринимать действительность. Если он вам нужен, забирайте. Он там. В туалете? А что он там делает? А что там обычно делают? Не волнуйтесь, я его там хорошо закрыл. Закрыл, открыл. Какая разница? Прекратим эту бессмысленную дискуссию. Сестра, сделай музыку погромче. Начнем.
Бим! Спасибо, ты это вовремя. Не благодари. За это не благодарят. Это твоя вина и не моя вина. Моя? Моя вина? Так это они первые, да? Моя вина. Ты как ребенок. Делать что не знаешь. Шумишь, кричишь. У тебя сильное сердце. Нет страха. Но глупый, бестолковый, как ребенок. Хватит, вы портите весь план церемонии. Венчание, гости, уважаемый святой отец. Дамы и господа, святой отец Клементий 2010-й Пронтерский. Приветствуем. Так и быть, не вставайте. Эх, ладно, по здравым размышлениям придется вас всех воскресить. Вставайте, дети мои. Я велик, я всемогущ. Я пришел сюда проводить обряд венчания. Ох, не успели очнуться, уже свадьба. А на свадьбу же нужно что-то дарить. Черт, у нас ведь тоже нет никакого подарка. Ну, предложите гениальную идею, сильный пол. Предлагаю порыться в карманах. Носовой платок, одна штука, два телефона, жвачка, вайпод. Берсер, мелочь, непонятный кассовый чек на 15 миллионов зений, порин-карта, пробки, мятая открытка ко дню Святого Валентина, дохлый таракан и презерватив упакованный. Лут? Ага. Ничего, что сошло бы за нормальный свадебный подарок. Точно! Совсем забыл! У нас же со вчерашнего осталась большущая коробка. А что в ней? Что вы здесь устраиваете? Быстро по местам! Дамы и господа, жених и невеста. Дорогие братья и сестры, все радостный день собрались мы, чтобы свершить таинство брака. Без долгих церемоний и разглагольствований прямо спрошу, согласен ли ты, жених, взять в жены эту женщину? Да. А ты, женщина, согласна ли выйти замуж за этого мужчину? Да. Властью, данной мне свыше, перед Богом и собравшимися здесь людьми, объявляю вас мужем и женой полными. Обменяйтесь кольцами. Теперь можете поцеловаться, жить долго и счастливо, плодиться и размножаться, как сказано в Писании. Дискотека! One, two, three, fire! Друзья, у нас тут есть для вас немаленький свадебный подарок. Мы сами не помним, что там, но искренне надеемся, что это холодильник. И очень он вам пригодится в семейной жизни. Get you, yeah, yeah, yeah.
Кстати, о технике. Парни, я тут нашел у себя в бэкпаке фотоаппарат. Оказывается, мы фотографировали наш вчерашний подвиг. Да ты что? Дай посмотреть, дружище. Смотрите, смотрите. Но там жесть. Кстати, про девушек там тоже найдется много интересного. Бог велел делиться. Ну, если хотите. Только одним глазком. Один разок. Потому что свадьбу я веду примерно так же хорошо, как в фестивале.